Всем привет, ребята, и это Аск. Я рада, что хотя бы пару человек задали вопросики, хотя я там увидела и действия, но, собственно, не важно. А теперь давайте не тянуть и начнем. Итак, первый вопрос от Тимка с 403. Ты милашка? Нет, я не милашка, у меня просто такая АС. Второй вопрос. Обняла бы Ванилопу? Конечно же да, мне она нравится как персонаж, поэтому да. И третий вопрос. Как относишься к главному злодею истории игрушек Трилоца? Я отношусь к нему нейтрально, я не за него и не против него. Итак, теперь перейдем к следующим вопросам. Меня спрашивает король Карамель Турбо. Ты обожаешь Новый год? Вполне да. Как относишься к фильму «Как приручить дракона»? Отношусь нейтрально, по моему мнению, прикольный мультфильм. Как отношусь к Румпельштильцхену? Нейтрально, я не за него и не против него. Четвертый вопрос. А, это не вопрос, так давайте дальше. Я думаю, что тут будет ничья, оба достаточно сильные с преимуществами своими. Так, вопрос восьмой. Когда выйдет бой «Король Карамель» против Румпельштильцхен? Пока не знаю, еще думаю насчет этого. Итак, следующие вопросы от Митсу. Итак, первый вопрос. Сколько снимаю в гаче? 2 года. И второй. Есть ли аккаунт второй, например, в ТикТок? Нет, не имеется. Ну, вообще, как-то так, ребята. Спасибо за вопросы, было приятно отвечать. Спасибо за просмотр. Всем пока.